Але ж основна теза, коли говориться про приватизацію, наприклад, це те, що заробляють на державних підприємствах, доводять їх до банкрутства, а потім з державного бюджету дотують. Хто доводять? Давайте определимось. Ну, кажуть, що такі сірі кардинали сидять на потоках, ті, хто адепти приватизації. Зачем нам Генеральна прокуратура, СБУ, МВД, НАЗК, зачем нам НАБУ, САП, антикоррупционная вертикаль вся? Зачем? Смотрите, у каждой проблемы есть фамилия. То есть, если мы понимаем, вот я регистрировал два простых закона, да, кнута и пряник. Мы же назначаем руководителя государственного предприятия, имеется в виду кабинет министров. Да, кабинет министров. Каким образом он это делает? И по какому критерию? Сейчас по критерию лояльности. То есть, они берут, Порошенко ушел, его людей зачистили, пришел Зеленский, поставили своих, чтобы контролировать вот эту коррупцию на государственных предприятиях, так называемые потоки, да? Да. А мы должны ставить туда руководителей, которые, приходя устраиваться на работу, защищают. Есть такой документ, у меня люди, которые работают в госсекторе, поймут. Финплан называется. То есть это документ, как бюджет страны, вот есть финплан у предприятия. Расходы, доходы, приблизительная прибыль, да? Выполнил план, получил премию. Не выполнил, 15 лет с конфискацией. И тогда ни один олигарх не посадит фунта руководителям госпредприятия, потому что никто не захочет сидеть 15 лет с конфискацией. И проводить конкурс среди этих финпланов, среди этих руководителей, которые их предлагают. Ну, скажите, простой же механизм? Простий, закон не приняли ни три предыдущих года. Але він при жодній владі чомусь не працював цей механізм. Так в чому тоді зерно? Потому что не было политической воли. У нас власть на сегодняшний день очень многими воспринимается как сверхдоходный бизнес. Потому что можно прийти и паразитировать на таможне, на налоговой, на государственных предприятиях, на бюджете, да, строя и заводя своих подрядчиков. Пока не изменится вот этот подход, пока не заработают действительно правоохранительные органы, ничего не будет. А чтобы это было, нужно принять закон об оппозиции. Смотрите, нужно поменять систему. Все говорят систему, и все приходят и ее возглавляют. А как поменять систему, вот чтобы был действительно контроль? Простой вопрос. И простой ответ. Ребята, наконец-то примите закон об оппозиции. Зеленский обещал, забыл принять. А что бы означал закон об оппозиции? Ну, понятно, распределение полномочий в комитетах Верховной Рады. Ну и самое главное, функции контроля. Отдайте счетную палату оппозиции. Представьте, сейчас Тимошенко руководитель счетной палаты. И следит, как расходуют и осваивают бюджетные деньги губернатора Зеленского. Как вы думаете, много украдут? Или Добкин? Руководитель палаты, или Мураев. Будем мы дарить Зеленскому, являясь его политическими оппонентами? Нет, конечно. А что будет запобежником, чтобы вы не домовились с Зеленским? А зачем? Смотрите, любой политик хочет стать властью. Хочет стать властью, чтобы показать, что его идеология, его теория самая состоятельная. Да? Он хочет показать свои навыки, в том числе и в госуправлении. Поэтому тут как раз... Знаете, чем хороши Штаты? Вот политика издержек и противовесов. Да. Вот когда они сформировали свою систему, выборность прокурора. У нас же генпрокурора кто назначает? Верховная Рада за поданием президента. За поданием президента. Вас же он не подаст. Он же подаст себе лояльно и фигуру. Ну, вечер, может, и меня колись подаст. Ну, может быть, я желаю вам удачи. Я вам могу сказать, я считаю, что пост генерального прокурора самый ответственный. А кого туда назначили? Опять человека без опыта. Опять человека, который... не сильно понимаю, да, вообще, что такое прокуратура, ее миссия и функция. За Венедиктову в том числе. Я думаю, так же, как и большинство людей, возмущен, да, делом Стерненко и всеми остальными делами. Когда человек убивший становится пострадавшим, когда человеку убитому выносят подозрения. Друзья, ну уже был клоун Луценко и прокурор Крыма, который там выносил, по-моему, подозрения Берии и Сталину или кому-то. Да, да, ну, ребят, ну мы же украинцы, но с нас смеется весь мир.